Привет всем, народ! Знаете, где я сейчас нахожусь? Кто смотрит мой инстаграм, тот знает, что нахожусь я сейчас на Мальдивах, а кто не знает, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Смотрите, как здесь шикарно. Заехали мы с любимой в домик на воде. Здесь абсолютно как в раю. Все, что вы видели на фотках, все правда, вода такого же цвета. Люди просили, чтобы я снял влог, рассказал что да как. И сегодня будет мотивационный влог. Давайте начну с номера. Здесь все очень просто. Все отлично, все комфортно. Смотрите, купил я себе вот такой вот дрон. Хотел поснимать крутые виды, поснимал. Зацепился он меня за пальму, упал с высоты где-то 10 метров и теперь очень плохо снимает. Но я выкладу в инстаграм видео, увидите, как он снимает. Но картинка очень нестабильная. Все трусится, все плывет. Так что в первый день я его испортил. Так, что у нас там по биткоину? Смотрю графики. Биткоин немного просел. Но вот сейчас здесь будет вот откат, я думаю, до вот этой вот точки. Давайте по поводу цен. Всем, конечно же, очень интересно, сколько все это стоит. Если здесь покупать еду, покупать напитки, покупать алкоголь, в принципе, здесь дорого. Даже дорого для меня. Смотрите, вот такая вот бутылочка вина, какого года? 2003 года, стоит 129 баксов. Всего лишь 129 баксов написано. Итак, сколько же стоит путевка сюда на двоих? Прилетел я сюда на 9 ночей, на 10 дней с любимой. Любимую сейчас отправил в спа. Путевка на двоих стоит у нас 7 тысяч долларов. В принципе, это нормально. Ну, мы взяли виллы на воде. Если брать обычные домики, если ехать, например, на 3 дня. Короче, сюда можно на человека потратить 800 долларов. Это все включено. У нас все включено. Завтрак, обед, полудник, ужин, весь алкоголь бесплатный, не разбавленный, такой как в Египте. Очень долго мы сюда добирались, добирались на 3 самолетах и на 1 катере. Сейчас я выйду на мостик, покажу, как у нас на мостике. Взяли мы с собой велики, здесь все катаются на великах. Вот так вот здесь расположены виллы. Видите, вот один ряд, второй ряд, по центру ресторан. Там идет кормежка акул. Рядом здесь вообще плавают акулы. Акулы дружелюбные, пугливые. Собирается под мостиком стая акул. Я на них прыгаю, и они все расплываются. Итак, по поводу моих мотивационных видео. Умные люди со всех моих видео извлекают пользу. А дураки завидуют и ноют. Вот так вот, народ. И говорят, что это все понты. Смотрите, что у меня есть. Есть у меня вот такой вот ствол Supreme. И знаете, что я вам желаю? Чтобы у всех был такой ствол. И он был у всех забит до отказа 100-долларовыми купюрами. Чтобы аж крышка вот эта вот не закрывалась. Потом берете вот так вот ствол и делаете вот так. Разве не круто? Так что, народ, никогда никого не вините в своих проблемах. Запомните, во всех бедах, во всех неудачах виноваты только вы. И только вы решаете, кем вам быть. А сейчас подрывайте свои задницы с дивана и давайте ко мне на Мальдивы. Вы мне скажете, но у меня нету денег. Действительно, ровно 2 года назад у меня даже не было где жить. Но я сейчас на Мальдивах. Почему я сейчас на Мальдивах? Потому что я следовал своей мечте. Я никогда не сдавался, я никого не слушал. Люди мне говорили, у тебя ничего не получится. Мама мне говорила, это все ерунда, забей ты на это. Но если бы я слушал родителей, если бы я слушал друзей, у меня ничего бы не получилось. Запомните, это ваша жизнь. Жить вам, а не вашим родителям. Жить вам, а не вашим друзьям. Живите так, как хотите вы. Занимайтесь любимым делом. И вы не должны говорить, идет себе такой на Мальдивах, понтуется здесь на камеру, а у меня нету денег, у меня нечего есть. Я был в вашей ситуации, и я знаю, как это. Когда я смотрел такие видео, я говорил, красавцы, вы добились, а я добьюсь еще большего. То же самое должны говорить вы, когда вы смотрите такие видео. А нытики всегда будут завидовать, всегда будут всех винить в своих неудачах, и всегда у них жизнь будет дерьмовой. Так было и будет. А те, кто хочет брать жизнь в свои руки, кто хочет зарабатывать, он берет и делает, и никого не слушает. И у него все получается. Вот такая вот получилась мотивационная прогулка. Так что желаю всем заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги. И чем раньше вы это начнете, тем лучше. Запомните, нету подходящего момента. Подходящий момент именно сейчас. Чем раньше начнете, тем раньше вы разбогатеете. Лучше потратить на это 3-4 года, быть без денег, но зато потом быть миллионером. Чем ходить 40 лет на одну работу и получать копейки. Я через все это прошел, так что поверьте, я знаю, о чем я говорю.
Народ, пишите свои вопросы по поводу Мальдив в комментарии, я на них обязательно отвечу. Также подписывайтесь в Инстаграм, Телеграм, все ссылки в описании. Еще хотел сказать по поводу розыгрыша 500 рублей. Кто не знает, я ежедневно разыгрываю 500 рублей в открытой и закрытой группе. То есть получается 1000 рублей каждый день. И за все время у меня получилось разыграть уже 132 тысячи рублей. Так что вступайте в открытую и закрытую группу. Первая ссылка в описании. Всем удачи, всем больших денег, всем пока.